Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, помилуй меня грешного. Номер 957. События дня. Сирахов 7.39. Во всех делах твоих помни о конце твоем. И вовек не согрешишь. Галина Влеська. Мир вам, дорогой Игнатий Тихонович. Ролик наказов Нестору и Фросе вверг меня в серьезные думы. Собираю малину на даче, а ей в этом году урожай. И времени для моих дум много. При таком безответственном и страстном тяге отца девочек надо бы сразу устроить под иную крышу дома. Насти нет, и уследить будет детям за своим состоянием очень трудно. Приведу малый пример. Мне было лет 5. Жили в благоустроенной коммуналке, комната 22 квадратных метра. Наведался к нам гость из Мартынова, тятин двоюродный братец, под шофе. С московской зеленой пол-литра. Тятя не пил, не курил, хороший был у меня тятя, настоящий. Поэтому наотрез отказался выпить за родственную встречу. Мама постелила гостю перинку на пол, перекрестилась, выключили свет и баиньки всем. И вот среди ночи грохот, громкий, строгий шепот тяти. Оказалось, что братья спутал наш шифонер с тортиром своим на огороде. Тут же гость был собран и выставлен в подъезд среди ночи. А мама потом говорила, так он мог нас всех и обокрасть, и так далее. Более тяжкие версии. А мне, маленькой девочке, это был урок на мою жизнь. Пьяный гость ночью – это опасно. Нет никакой уверенности, что пьяный гость, показывает имя и фамилию отца их, не спутает юбку девочки с юбкой своей пассии. Зачем ожидать профилактика? Основа здравия. Профилактика. Могу Фросю к себе пригласить на время, научу ее шить, вязать, готовить, прибираться, экономно жить, водить машину, кататься на горных лыжах, как ухаживать за младенцами. Первое образование у меня педиатрическое. Всю работу по дому женскому покажу. На благовестие будем ходить в больницу. Порядки дома у меня строгие. С Богом. Рустик. Отец мой, если бы вы знали, как я хочу быть самоотрещенным таким, как вы. Но у меня плохо выходит. Я самый плохой христианин. Я очень слабый на соблазн, очень гордый, тщеславный, бритый червяк. Срам один. Даже говорить не о чем. Рустик. И поставил ссылку на фильм «Иисус». Это лучший фильм, какой я знаю. Ну, а далее Сергей Игнатов. Пишет, вставляет тут, вот, где, как, я не знаю, тут можно открыть. Мир вам, мужи, братьям, предлагается для просмотра видеоролики о молебне и крестном ходе в городе Угледаре. Ну, я считать не буду, а вы сами считайте. Останавливайте и дальше.
Подготовил Игнатов Сергей Егорович, 58 лет и так далее. Старается, это прошлое вступил, но это полезно все равно послушать. И ну, можно показать еще наши ресурсы, какие есть. Вот я люблю очень мой мир. В моем мире вот эта страничка. Там есть я с голубем, та запасная. Туда не заходить можно. А здесь вот все. И легко сообщаться. События еще. Вчерашний день, это получается утром. Сегодня я уже 31 июля. Ходили, брали в колхозные бывшие сады малину. Кто наберет, сколько с собой увезет. Ночью, вечером уезжает. Я еще не был там. Уехать должен был Владимир Юрьевич Галиндухин. С ним женщина Ольга. Ребятишки, ее сын Лев и Тимофей. Потом Тимофей там залазил в лужу. Я дома лужу сделал ему специально. И как делал, тоже будет показано. И потом и Ольгу, и Марину Христенко записали о себе они. Рассказали, как, что. И это время так вот и прошло. День такой был. Добрый, тихий, хорошая погода. Вот, там батюшка сидел, подошел Василий Плотников с женой Александрой и сыном Тихоном. Вот, тоже там никого не было, не записали. Такая интересная была беседа и благословение. Ну, не так всегда бывает. Это наш форум. Он неподвижный, на одном месте стоит. И канал «Во свете Библии», открытый Богом «Во свете Библии». Вот сейчас посмотрю, что-то есть или нет. Ну, два просмотра тут. Нет. Ну, только-только поставил сейчас вот 10-15 роликов сегодня выставил. Материал очень богатый, просто удивительно богатый. Ну и наш православный библейский сайт исключительно богатый, тяжеловесный. Много здесь, 50 книг аудио, считал, которые... И все на этом, на сегодня. И сегодня же ночью должна была уехать. На вокзал отправляет, отвозит Сергей в основном, Пупков. И Марину с дочкой Аполлинарией Полины. Все.